Вы красавчик. Кто не хочет новых потрясений, увидит снова ужасы войны. Возможно, только внук в роду, открыв альбом и вспомнит деда, покажет фото про войну своим детишкам-непоседам. Но в мире не было покоя, и ныне катится война. Была война и дни застоя, потом Кавказ и гордая Чечня, а ты, солдат, покрытый сединой, мечтал о мире в мире вечном. В разрухе раненый больной навеки строил родной дом. Но в доме не было порядка, страна распалась на куски. Пришла свобода и разрядка, а с ней и новые грехи. И рынок новый, но никто не хочет правды для народа. Я начал, можно сказать, участие в военных действиях в 1941 году в обороне Одессы. Мне было тогда 16 лет. Я рвался в армию пойти, оружием защищать, но говорят, нельзя. Да, кстати, у меня и родители уже были, отец и мать старенькие. В Одессе я жил до войны. Как раз как началась война, немцы первые бомбили кого? Какие города? Киев и Одессу. Первые они бомбили Киев и Одессу. Вот. А уже потом мы уже сдавали, как говорится, на ГТО, бегали на стадионе. И физрук подошел, вот ребята, началась война, идите по домам. Ну, мы пошли. Потом Одессу стали все чаще и чаще бомбить. Прилетают самолеты. Вот немецкие, они бомбардировщики, они истребители. Вступают с нашими. Одесса была очень хорошо подготовлена к обороне от немцев. Вот наши истребители тоже вылетали. Нам интересно было. На тот момент мы наблюдаем, как идет бой. Ну что, еще сознание не такое еще было. А потом, когда уже начали бомбить, и чувствуется, что идет разрух, и плач людей, и стон людей, это же большое горе. А Одесса была оборонена, ну можно сказать так, первая линия обороны, это было где-то вот тут у нас, где Ковлево, где Левант. Вторая, хотя и дальше тоже, это где-то километров на 60-70 подходится в линии обороны. Потом была линия обороны Дуфиновский лиман, туда Кубанка, Красноселка, туда ушла. А потом последняя линия обороны, это было, значит, Крижановка, Кубанка, там, где сейчас находится поселок Котовск, сейчас крупный поселок Котовск. Тогда там был пустырь, был. И нас туда, стариков, молодежь, женщины. Ну, тогда занимались этим вопросом ЖЭКи. Вот, в основном. И нас всех, значит, туда копать окопы уже не такие пехотные окопы. Называются они противотанковые окопы. Чтобы немец уже этот окоп своими танками не мог взять. Ну, за пехоту и говорить нечего. И много народу было. Я помню первый раз, когда немецкие мессершмитты, они отбомбились, бросали на Крекинзавод, это там где-то на Чумке, где-то Крекинзавод, все знаете, который перерабатывал еще, до последнего он работал. И мы смотрим, ночью всегда там с трубы огонек. Ну, пламя, пламя, значит, вот работа. Они его сильно хотели разбомбить. Но он тоже был укрепленный, как говорится, зенитной артиллерией очень сильно. Они, когда они летят, летят и уже должны, значит, бомбить, так они не могут подойти, потому что их собьют. Так они уже бросают уже вокруг этого завода, где бы только сбросить эти бомбы. Ну, последний раз уже, я шел на... Ну, мы разбирали мостовые. Были. Я
решил на трест. Я вам сказал, стадион, депо пожарное и школа. А я через железную дорогу, там первый трест. И уже последние, уже ногами ходили, чтобы копать эти окопы. Уже когда Одессу, значит, приказ Верховного главнокомандующего Сталина вот, сдать Одессу, потому что уже нет смысла, Одесса оборонялась 73 дня. Это почти 2,5 месяца. Она оборонялась столько, ну, по количеству, если так, Севастополь. Больше оборонялся, а Ленинград еще больше. Ленинград годами в блокаде был, и немец не мог взять. Одессу 73 дня немец не мог взять. Севастополь где-то месяца три тоже был в обороне, тоже не мог взять, потому что было команду сдать. И нам политрук уже, когда пришел на окопы, говорит, собрался, говорит, благодарил за то, что мы расходитесь по домам. Одессу, значит, дали указание Верховного главнокомандующего, я именно от него услышал. Потому что до этого я еще убивал на стадионе. И мы организовывали эти партизанские отряды. Вот. Ведите борьбу с немецкими захватчиками. Идем мы с дружком. Идем. Уже доходим домой до ярмарочной площади, там, которая есть ярмарочная. Румыны уже навстречу нам. Мы как глянули, не поняли сначала, не в форме, румыны идут. Ну, идут ротами, там, бесконечно, тысячами людей идут. Уже раз Одессу сдали, вот, без боя уже, без боя. Идут, они увидели нас, автоматную очередь дали, значит, кинулись бежать, но остановились, не подходили. Пошли они возле пожарки там. Вала не сделала, а сзади уже были военнопленные, там евреи были, гражданские были мужики, женщин, правда, не было. И мужчины были, и пожилые, и подростки такие, как я. То есть они по пути всех, кто есть, они загребали, забирали с собой. И рок судьбы. Это где-то мы пришли туда с утром, пока сказал, туда-сюда, значит. Когда мы пришли, было часиков 12 уже, когда они вошли. Вот, загнали в школу нас туда, тех, которые шли, и нас туда в школу. Но при отступлении наши войска взорвали Хаджибеевский Ливан, кто знает, да? Пересып вся находится на уровне моря, так? Хаджибеевский Ливан был выше уровня моря метра на полтора. И когда дамбу сорвали, а в Хаджибеевск, Лиман, туда шли все сточные воды с города нашего любимого Одессы, все шло туда. И сейчас оно все идет туда. И Одессу, значит, затопило. Затопило Одессу. А нас, когда туда уже в лагерь взяли, в этот, на Живаховой горе этот лагерь был, на базе колхоза, там в Котовске был колхоз, там был, ну, дом культуры нельзя назвать, но клуб был, сцена была, там бетонные полы были, там крутили, и рядом контора была. Вот они на этом месте взяли, огородили колючей проволокой, поставили прожектор ночью, который освещал, чтобы никто не бежал. И, значит, на этом, на прожекторе два автоматчика, один светит, другой с автоматом целится. Если кто-то попробовал, мы расстреляли без всякого разговора. Вот. И все-таки, я там 7 дней, детки, без еды, без воды и без ничего пробыл. Вот. И вижу, меня уже шатает. Вот. Люди начали приходить, узнать, ну, мужья, сыновья, там, братья, что есть такой лагерь, приносили. И я уже думаю, ну что же делать, это низко для меня было, потому что я окончил 8 классов, я хорошо учился в школе, для меня это было стыдно. Но, знаете, голод, брат не свой. Она кричала, никто не подошел к ней. Мы подошли к дружку,
Так она нам дала по стакану вареной цельной кукурузы на масле. А я уже до этого вынашивал план побега. Мы подкрепились, а я говорю, все, будем бежать. Значит, что я? Все одесситы очень умны на, ну, как говорится, умны на выдумки. Да, выдумки. И особенно мы, молодежь, я же там вырос. И мы росли, можно сказать, как двор в Одессе, это значит так. И пожилые, и подростки, все вместе, и в футбол гоняем, и в карты играем, и деремся, заставляют драться нас, понимаешь, учиться, чтобы мы могли сами оборонять. Там рабочие, прежде всего рабочие, там в основном были заводы. Туда, где дальние мельницы, где фонтан, там заводов не было. Весь все заводы, если вы знаете, и большевик, и завод Октябрьской революции, и электростанции, там, и порт, понимаешь, там, и судостроительный завод. Все были. Так вот, я рос, я был свободолюбивым парнем. Они забито было. Не было даже места, чтобы прилечь. Понимаете? Только сидя где-то, стеночки сперся, вот так все. И они начинают даже буквально со второго дня. Но нас никто там на учет не брал. Как стадо овец, стадо баранов. Никто не брал. И они, значит, привозят и увозят. В первую очередь военнопленных увозили. Привозят там где-то и опять увозят. Евреев тоже увозили куда или расстреляли куда. Потому что в Одессе евреев расстреляли их, правда. И в Одессе расстреляли, и потом где-то с Одессы были тоже расстреляли. Так вот, детки мои, нас по десятку он считает, ну, нас, человек по естественным надобностям должен идти, да? И я, значит, иду. Иду, и он считает, румын там, да, по-румынски там себе считает, что. Два человека, один на дверях стоит, а один нас с автоматом водит в туалет. Там новая культура, был туалет на два очка. Ну, потом я уже там вымер, а прожектор светит ночи. Я посчитал, он же на батареях, он долго светить не может. Да? Вот он посветит, погоняет вокруг. Да? А поле его тоже не широкое. Если через проволоку под низ ползком вылезти, метров может быть 10, а уже за 10 метров уже там темно, он уже прожектор не увидит нас. И мы решили бежать. Я говорю, давай идем. Утром где-то часика под 5, моросит дождик. Он посчитал, вывел, а мы остались там. Он, значит, вывел остальных и не считал их. Ну, человеку свойственно устал. Повел он этих 8 человек, а мы остались. Ага, мы прожектор, значит, просветил. Мы быстро там за этот туалет. Ползком туда, ползком отползли, потом поднялись и идем. Я хоть не бегу сейчас, а уже заморился. Вспоминаю, как это было, с последних сил нужно было проползти, а потом мы поднялись, ну куда, идем на огонек. Приходим ближе, слышим, не наша речь, не русская, не украинская, мы отход оттуда, не в ту сторону, хотя мальчишками бегали, даже в Ахрари, там есть катакомбы, я знаю, там же Одесса строилась именно на этих камень там пили, вот и Одессу строили. Поэтому мы уже пошли, значит, в противоположную сторону, я говорю, это сюда нельзя, в противоположную сторону, мокрые, этого дождя, нащупали эту катакомбу, краечку, там народ прятался от бабулки, залегли там на соломку, спали мы, поспали, проснулись, видим, уже даже катакомбу, это лучи пробивается солнце, вышли, солнце поднялось, все, будем идти, но только не дорогой, будем идти по шпаре железной дороги. И мы идем железной дорогой. Идем железной дорогой, идем, прихожу поближе, вот туда я вижу, плавают люди на плотах, сделанные сбитые с бревен плота. Кто мог лодочку найти плот? Я подзываю. Вот люди, это же был для людей,
Ночью же было, вода подошла, это все равно как всемирный поток был. Вот что люди все, где могли, у нас во дворе был двухэтажный дом, спасались на второй этаж. Я говорю, где мои родители? Вы подустали, нет? Нет. Нет. Они говорят, мы не знаем где, но иди в школу, туда много перебралась семья в школу. Иду я в школу, это недалеко пройти, 10-15 минут, и я в школе уже. Захожу там, где большие классы, 4 семьи, в каждом углу семья. Ну, свои пожиточки, там и семья, детки маленькие, у кого были, прочее, в каждом углу. А моих нету там. Я, ну иди, говорит, буфет на второй этаж. Там, возможно, какие-то старички есть. Иду туда, да. Постучал, мать открывает. Возрадовался, что мне нет. Расстреляли или не расстреляли. Я остался живой. Где ж батька? Она говорит, а батька вот узнала, что на живаху. И говорит, там есть лагерь, пошел. Я говорю, давно пошел. Да нет, минут 15. Я, мамочка, я его догоню. Я стрелой, молодой, стрелой догнал его, вернул его, вернул, ну что? А у нас, я говорю, ну, семья была бедная, рабочие, мои родители неграмотные были, неграмотные, поэтому у меня с молоду была цель учиться и учиться, только к Ленина было написано на школе, хочу учиться, учиться, еще раз учиться. Поэтому я уже после армии, учился очень много. Надо среднее образование закончить, а потом надо поступить. Поступили в технику, а потом, ну, нет, это мало женился, а жена была, у меня была ветеринарный врач, я говорю, нет, я тоже поступил. И я, будучи уже семейный, уже дети у меня были, и я таки пошел, как говорится, заочно закончил, институт закончил. Ну, куда ехать? На родину. Наши перед отступлением есть Хлебная гавань. Когда до Московска, не доезжая моста, там вы видели, там мост, там тоже вода стекает, когда идут дожди. Наши перед отступлением, значит, что? То, что они могли увезти, а отступали они уже наоборот от Севастополя. Вот. Что они могли увезти, они, значит, бросали все море. Мука, сахар. Лошадей, которые были расстреляны, лошадей, чтобы не досталось траву. Ну, подводы, естественно, расправили там, и лошадь стреляли. Но не всех расстреляли. Отец узнал, что так было. На второй день пошел туда еще с одним товарищем, и они буквально ныряли в воду. Холодная осень была. Достали мешок муки, и, значит, и сахар достали. Ну, сахар быстро. Вот много не надо. Там кто был, они разделили этот сахар, потому что он быстро тает, его нельзя. Набрали там какую-то емкость уже. А мука, она не успела промокнуть. Она только сверху, может быть, сантиметров на 5, на 7 промокла, а в середине еще мука хорошенькая. Вытащили эту муку. Домой. Батька взял конячку раненую, нашел там, нашел подводку, нашел сбрую, запрёг конячку, приехал на пересыпь сюда. Там в школе были сараи, там он поставил, как говорится, конячку. Мать спекла, значит, коржиков с этой соленой муки, которую уже, ну, талая мука. А ту торбочку взяла, как говорится, домой. Ну, мы решили ехать на родину. И буквально через пару дней вот это мы поехали на родину. Ну, прижито. Бензином облил, подпалил, и все. Я сам с автоматом, но аэростарл и ждет. Народ набегает, он всех косит. Дети, которые с тобой брали, всех. Значит, отца тоже расстреляли. Буквально в марте месяце наши войска зашли в это село. И в начале марта. И 10 марта меня уже призвали в армию. 10 марта 1944 года. Меня призвали в армию, так? И что? Я уже час освобождал, ну, Одесская область, там, где Рыбница, на границе с Молдавией уже, так? Там уже мы уже
взяли оружие, мы там неделю где-то в лесу обучили нас стрелять с автомата, с винтовочкой и достаточно, и гранаты бросали. Вот. И что? Ну, потом, значит, потом боевой путь, я вам сейчас зачитаю где-то, потому что я не... Служил 6-я гвардейская танковая армия, 9-й гвардейский механизированный корпус, 1-я рота. Значит, первый бой, так? Я на танках был, как десантники. Нужно было вражескую немецкую оборону прорвать, они засели в окопах. Поэтому для того, чтобы их так уничтожить, была такая тактика. На танк нас 2 человека сажают с противотанковыми гранатами. Эти гранаты не лимоночки, как бывает, маленькие такие, а такие, как консервная банка. Круглые, как консервная банка. И наша задача была, как только против танка они ничего не сделают, потому что танк, когда наступает на окопы, он стреляет из пушки, из пулемета. И это не один танк, это идет рядом десяток танков на расстоянии один от другого на 10-15 метров. Он головы не подымет, потому что старший огонь. Но танк уязвимый сзади. Если он проскочил, немец может подняться, бросить гранату и подбить его. А наша задача была, как только стукнул танк, а мы же уже видим тоже, что приближается к окопу, мы быстренько по 2 гранаты бросаем в их окопы там, где немцы. Так? Немцы. Они тоже танк уже не подобьют. А уже сзади, за танками, идет пехота. И она подходит буквально немцев, расстреливает уже в окопах. Тактика такая, что они... Это все делалось так быстро, молниеносно, что не дать им, чтобы они поднялись и вели огонь, я говорю, по нашей пехоте, которая наступает. Вот это такая тактика была. Ну, потом я воевал, значит, это было, по-моему, в Румынии было. В Румынии мы пришли в Австрию. И сначала в Венгрии, Будапешт мы брали, там была Ясо-Кишиневская операция была, она очень тяжело, где мы принимали бой. Потому что впоследствии танков я еще, значит, принимал участие в атаке, непосредственно ходил в атаку с автоматом, там я был контужен и легко раненый, но я остался в строю, потому что после каждого боя проходит санчасть, она подбирает, значит, убитых, раненых. А те, которые могут прийти, и отсылают, как говорится, в госпиталь. А меня оглушило, я был без памяти. Но когда потрогали пульс бьется на подводу, снесли вниз туда. А нужно было взять. Высота была, на сапочке немец засел там. И поливал нас с автоматов и с минометов. Так, Будапешт, Веня, уличные бои были. В Вене, это Австрия. Уличные были, буквально брали, как говорится, один квартал за другим кварталом. Потом в Чехословакии было чешское восстание, нас перебросили, ну и танки, естественно, мы принадлежали танк. Скажут садиться на танки, мы пехоту, значит, садимся. Вот. В Чехословакии там мы помогли чехословацким повстанцам победить немцев и выкурить это. Оттуда, потому что когда мы немцев там помогли чехам уничтожить немцев, и они бежали, мы выехали в нашу танковую часть, а я был уже на полуторочке, я был пулеметчик-наводчик. На полуторочке был пулемет крупнокалиберный, это толще, чем палец, это не автоматный. Автомат само собой был. А это крупнокалиберный, который можно по бронетранспортерам, под танком, но не в лобовую броню, потому что лобовая броня всегда, она толще, чем боковая и задняя часть. Это специально так туда отливает, чтобы не пробить. По самолетах этими пулеметами, я один самолет, я и вас был этот самолет. Он задымел, потому что он шел буквально, пике шел на меня. Как сейчас помню, весь кожух был изрешнен пулями, а я хоть бы что. Потом, когда кончилась лента, я кинулся, а где мой заряжающий?
я даже не слышал. Он туда удрал. Расчет был 4 человека. Командир отделения в кабине сидел, водитель в кабине сидел, я, пулеметчик-наводчик и мой заряжающий. 4 человека расчет. Они все удрали туда. Я вынес, значит, автомат и говорю, что стрелять буду, Митя? Еще самолеты там бомбят еще. Нет, он побежал туда, ну, кончил вот это все. И командир, вот и удрал туда, Василий Иванович. Вот ты никому не рассказывай, чтобы я не сказал, это преступление, это нарушение присяги, это под расстрел нужно давать людей. Вот такая была дисциплина. Значит, в Праге, там, когда мы отошли, в пригороде, так, вот там, я услышал, что кончилась война. Так? Потом, после этого, буквально чем, через пару дней нас погрузили на эшелон и, значит, на восток, на войну с Японией. И мы туда ехали, ну, товарный поезд, это ж погрузить, и полуторки надо погрузить, понимаешь, и пулеметы погрузить, и пушки погрузить, и танки погрузить, ну, весь полк. Вот, и мы, значит, поехали туда, вот там, значит, нас разгрузили, 74-й разъезд, это уже Забайкальский военный округ, от Читы километров 150, Чита. Ну, значит, буквально на манчжурской границе нас разгрузили. Ну, дали, как говорится, передохнуть, а через недельку мы уже полуторками своим ходом. Манчжуры прошли войны, никакого сопротивления не было. Зашли на китайскую территорию, тоже не было сначала, так, потому что там же была Квантунская армия, где командовал армией Чан Кайши. А Китай был, представьте себе, дорогие мои детки, Китай, который сейчас где-то 2 миллиарда человек, был покорен Японией, у которой где-то 120 миллионов населения сейчас, так, если я не ошибаюсь. А Япония его покорила, Китай. Такую территорию, которая больше, за Японию в десятки раз больше. И такой народ вот, победил их. Так вот там уже горы Хинган были, такие горы Хинган. Вот. Где мы, значит, буквально свои полуторочки на плечах вынесли туда, через эти, на эти горы. Но стоило нам одну, а потом она включала там мотор, и этот канат, как говорится, остальные, значит, крутил, и было легче уже. Так там они узнали, они не ожидали, что мы через эти горы Хинган вылезем на эти, они даже погранзаставы не застали. А потом, видимо, узнали, значит, целая прилетела эскадрилья смертников, японцы, там смертники были кровь, в авиации смертники, во флоте смертники. Вот. Ну, на таких, которые крупных, можно сказать, пехоте смертников, они вообще вояки сильные, они беспощадные тоже в бою. Так вот, эти смертники нас бомбили. Командир роты говорит, машину держать одну, ну, расстегнуть машину, чтобы не было рядом. Метров на 100-150 одна машина должна быть. И смотрите, слушайте мою команду. И эти япошки, значит, пикируют смертники. Так, на одну машину. Машина в ходу идет. И он думает, что он и возьмет. Командир говорит, стоп, машина, кричит, стоп. Надо затормозить машину, остановить. Для того, чтобы эта бомба, которую он кинул, он кидает и сам разбивается. Сам самолет, он смертник, чтобы она не попала в машину. И они падали мимо, там, на метров на 10, там, на 15 от машины. Ну, в общем, мы сохранили, ни одной машины не погибло. Вот такие дела. Ну, а потом в 1948 году, в марте месяце, я мобилизовался в марте и демобилизовался в марте. 4 года. Сейчас одну минуточку. Детки, дедушка вас так не осталось. Я любитель поэзии, так что вы, дедушка, недолго осталось жить, вам 90 лет уже исполнилось, были у меня мои товарищи.
это я какой был молодым. Можете полюбоваться. Парнем молодым был. А вы красавчик. Красавчик. Он у меня, и жена у меня красавка. 9 числа нас собирали в Рубине, как и Рубинка, и там были еще ветераны были, и жены были. И я им читал свою поэзию, вот она у меня есть. «Исповедь солдата» называется. Вот, я вам прочитаю сейчас. Вспомним 41-й год, как началась Великая война, и тот, когда народ разбил проклятого врага. В Берлине был последний бой. Ты над Рейхстагом знамя водрузил. И жаль, солдат, что ты со мной в победе нашей не дожил. Полвека с лишним пробежала, с большим трудом отстроили страну, а память сверли то начало. Не можем мы забыть войну. В весенних снах однополчане, все те, кто смертью пал в бою, вдруг оживает перед нами в походном марше, все в строю. Мы вместе были, все живые, в боях сражались много дней. В ожах ушли и старики, и молодые, и гибло много тех парней. Цена победы столь огромна, что больно вспомнить те слова, что 20 с лишним миллионов ушло из жизни навсегда. В стране родной по всей Европе в земле покоится твой прах, и раз в году на День Победы твой подвиг помним мы, солдат. Простите нам геройские могилы, прости, отец, прости, мой брат. Старались мы, чтоб было силы, чтоб волю вашу оправдать. Живущим больше в жизни повезло, они изранены, измучены, но живы. По жизни той им не дало, какой мы ждали от отчизны. И снова будущее наше зовут дельцы, что за народ. И жизнь нам обещает лучше, краше, что счастье скоро к нам придет. Словам их только веры нет, тем мудрецам, что власть дана. У них на боль людей один ответ – страна в долгах, казна пуста.